Видеоролик, на котором столичные врачи демонстрируют правила использования экипировки, стало ответом исключительно на многочисленные комментарии в социальных сетях. Об этом заявили в пресс-службе Национального научного кардиоцентра. Там сообщили, что встреча с медиками из Китая прошла конструктивно, и никакой критики либо замечаний с их стороны в адрес казахстанских коллег вовсе не было. После визита коллег из Китая в наш центр мы на наш официальный аккаунт выложили новости с фотографиями. Увидев экипировку китайских специалистов, нам начали писать, почему врачи не одеты в специальную одежду. Поэтому мы решили прояснить ситуацию. Для этого сняли видео о правилах ношения средств индивидуальной защиты, для чего и как это делается. Китайские врачи так оделись, потому что далее они держали путь в инфекционные стационары. Со стороны китайских коллег в наш адрес не было ни критики, никаких либо замечаний.